Группа туристов на Кавказе, значит, в походе. Весь день они шли, уже ноги гудят. Остановились возле бревнышка через пропасть, блядь. А пропасть 2 километра. Ну и, значит, стоят, мнутся. С той стороны подходит старец с бараном, берет барана на шею и по бревну перешел к ним на эту, ну, на их сторону. Они: слушай, отец, а ты не мог бы нас тоже перенести туда всех? Мы как бы по рублю тебе за человека кинем. Да без проблем. Одного перетащил, второго перетащил, третьего. И так, короче, последнего несет. И что-то зашатался, равновесие терять начал. Взял и бросил его в пропасть. Дошел до всех. Они ему: отец, ты что наделал-то? Он говорит: да ничего такого, ну рублем больше, рублем меньше.